Это Джейсон ТВ. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Корзун. И сегодня в гостях у нас Сергей Вещук. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте. Сергей Вещук, директор по продажам Gemalto M2M в городе Москве. Или в России вообще? Я отвечаю за M2M бизнес-компании в России, в странах СНГ, ближайших, так назовем, государствах. Ага, два слова тогда о материнской компании Gemalto. Опишите, чем занимается и какая часть ее работает на российском рынке. Gemalto — это довольно крупная компания, международный холдинг. Более 2 миллиардов оборот, по-моему, насколько я понимаю. Да, больше 10 тысяч человек работают в компании практически во всех странах, может, кроме Ватикана. Основной бизнес компании — это разработка и производство устройств защиты персональных данных. Что это такое? Это сим-карты, банковские карты. Также большой сегмент бизнеса в компании — это M2M, машин-то-машин. Именно за это направление я и отвечаю в своем регионе. Угу. Тогда два слова о вас, профессиональная биография. Родились когда и где? В 79 году, в СССР, конечно же. Техническое образование, авиационно-технологический университет. В каком городе, если не секрет, и какого числа, чтобы знали, когда поздравлять вас? 12 августа, в маленьком городе Приозерск. Техническое образование, работал на инженерных отраслях. И довольно много времени, уже больше, не знаю, 15 лет, занимаюсь телематическими устройствами, разработкой и продвижением различных решений в отрасли. Мониторинг транспорта, охрана транспорта, связь. Все, что вот с этим связано. Угу. Образование базовое, высшее — это РГТУ, МАТИ, да, насколько я понимаю. А с IT-индустрией, с этой, когда соприкоснулись, сразу же практически? Ну, практически сразу же, да. Разработками занимались. Дальше больше перешел в коммерческую часть. Интересно стало именно эти решения внедрять. Угу. А до Gemalto, что есть смысл отметить из вашей профессиональной биографии? Работал в разных компаниях, и в оборонных предприятиях, и в интересных компаниях, как автолокаторы такие динамичные. А когда пришли в компанию Gemalto? Компания пришла больше 4 лет назад, в 2011 году, как раз на развитие направления M2M, и продолжаем успешно развивать. Угу. Давайте сразу тогда с определениями M2M и интернет вещей. Насколько сходятся эти понятия? Есть ли хоть какие-то? Назовите 10 различий, если возможно. Конечно, данные понятия очень схожи. Я бы сказал, на мой личный взгляд, что Internet of Things, он включает в себя M2M, поскольку несколько шире, такой берет для себя все, что связано с подключениями устройств на различных технологиях связи. M2M все-таки исторически базируется на сотовой связи. Это такая основная универсальная технология. И M2M, как правило, это профессиональный рынок, промышленное устройство. А Internet of Things, сейчас мы говорим про очень много подключений потребительских устройств, различных датчиков. Мы говорим про миллиарды устройств на разных технологиях связи, дальней, ближней. Поэтому это такое более широкое понятие. Но они, конечно, очень схожи между собой, да. Про M2M тогда чуть более подробно. Значит ли это действительно, что машины управляют, коммуницируют с машинами, управляют машинами? Или человек все равно стоит за этим, поэтому это некое преувеличение? Ну, классическое определение M2M, когда это связь между устройствами, да, где человек не участвует. Но, в принципе, как мы говорим, это не потребительский сегмент рынка, это именно промышленные какие-то профессиональные решения. Поэтому, когда мы говорим про M2M, да, это связь коммуникации межмашинной, между устройствами, которые максимально исключить участие человека в них. Войны роботов не опасаетесь, развивая эти технологии? Я думаю, что нет. Вот. Но наша задача, по крайней мере, моей компании, за тот бизнес, что я отвечаю, нам обеспечить коммуникацию и связь между этими роботами. Каким интеллектом устройства наградят, это уже задача разработчиков. Нет, подождите, но ошибки же возможны, даже там в самых лучших случаях надежность обеспечивается. Ну, там 4 девятки, 5 девяток, да, значит, и по одну, и по другую сторону датчик может, в общем, что-нибудь не то выдать. Конечно, бывают разные ситуации. Именно здесь и профессионализм разработчика играет огромную роль. Его опыт работы, как защитить себя от рисков, от возможных ошибок. Этим уровень компании определяется. Угу.
Каковы основные сферы применения M2M сегодня? Вот я смотрю вашу презентацию, которая до 2020 года, ну, презентацию компании Gemalt, и вижу, что если в 2014 году там 16 миллиардов, извините меня, подключаемых устройств, то 40,9 намечается уже к 2020 году. Это значит, на каждую душу населения сейчас уже несколько устройств приходится. Да, это так. Это именно, если говорить о глобальном рынке интернет-вещей, когда подключаются совершенно разные устройства. Если мы говорим об M2M, о промышленном рынке, который основан все-таки на сотовой связи, количество на сегодняшний день подключенных устройств несколько меньше. В России мы исчисляем каждый год это миллионы новых устройств подключаемых. То, что касается рынков, в общем-то, мы идем в тренде таком, в мировом. Для нас те же самые рынки являются основными, может, в какие-то в меньшей степени, в большей степени. Вот. Безусловно, интересным, приоритетным рынком это является все, что связано с транспортом, это система мониторинга транспорта, контроля за состоянием автомобилей, это охранные системы. Очень большое развитие дает система. Сейчас большой проект «Эроглонас» федерального такого масштаба, да, экстренное реагирование на аварии. Также для нас, для нашего бизнеса, очень интересный сегмент — это различные охранные системы для домов, для офисов, так называемые alarm panels. Развивается рынок интересно, сбор удаленных показаний со счетчиков. В мире это гигантский рынок, миллионы устройств подключаются, десятки миллионов. У нас это... Да, речь только о бытовых счетчиках, либо о промышленных тоже? Но сейчас как раз скорее промышленных, но мы приходим уже к тому, что из бытовых счетчиков тоже начинают собирать информацию по различным каналам связи, в том числе и по сотовой связи. Российские производители и внедряют беспроводные модули уже сразу в счетчики или строят некие системы на базе концентраторов. В любом случае мы видим, что этот рынок развивается, он интересен, мы в нем участвуем. Несколько новый для нас рынок, мы ждем, что он будет развиваться, скажем, телемедицина, поскольку, опять же, в Европе, в Америке это очень большой рынок и для нашей компании, много наших беспроводных модулей используется. Мы видим, что здесь разработчики у нас тоже активизировались, у нас есть проекты, которые идут. Ну, у российского зрителя к телемедицине есть стойкое предубеждение, все говорят, что лечить по телевизору нельзя. Насколько я понимаю, у вас речь идет о другом, о снятии показаний с приборов. Конечно, поскольку основная идея в том, что есть некая группа риска людей, которая должна регулярно посещать врача только для того, чтобы сдать какие-то показания здоровья, там, давление, там, работу сердца. Это, в принципе, иногда даже оправдано. Практически в онлайн-режиме можно получать эти данные от больного или от человека, который подвержен какому-то риску. Вот, и более того, можно сигнализировать при превышении каких-то показаний. Нельзя постоянно находиться у врача. Поэтому такие решения, они очень интересны. И более того, я знаю, что на уровне государства нашего готовятся некие программы по массовому внедрению подобных устройств, поскольку они действительно могут помочь снизить риск критических заболеваний с летальным исходом. А из более таких экзотических, можно сказать, вариантов, ну, предотвращение лесных пожаров, да, там где-то ставятся датчики на противопожарной сигнализации, похоже, в лесу, да, или что-то в этом роде? Есть такие, да, проекты. Хотя у нас в России специфика, очень большая страна, поэтому мы, конечно же, ограничены зоной покрытия связи. Поэтому наши решения, конечно, они должны действовать там, где работает сотовая связь. Хотя экзотические примеры в мире, в принципе, мы можем привести различные. Это установка наших беспроводных модулей на деревья в лесах Амазонки для предотвращения их вырубки. Или установка коммуникационных устройств в пчелиные улья для того, чтобы там мониторить как бы развитие и жизнь этого улья. Да, мне там понравилось, с искусственным подогревом определенных частей этого улья, такой совершенно, да, промышленный улей получается. Есть, да, контроль, мониторинг состояния, поведения пчел. Да. Интересный проект. Насколько в России активно развивается эта часть M2M в сравнении с миром? Есть ли какая-то специфика российская? Конечно, специфика существует. Как я сказал, во-первых, это и география. Не так все просто у нас с отдаленными районами в части связи. Наш рынок очень подвержен
очень чувствителен к ценам, поэтому наши разработчики, наши потребители всегда стараются, скажем так, соптимизировать стоимость, а на деле стараться выбрать более дешевое решение. Особенно, конечно, это повлияло на наш финансовый кризис текущий, вот, поскольку все компоненты имеют составляющую либо долларовую, либо евро составляющую, поэтому для конечного потребителя стоимость таких изделий в рублях она существенно возросла в последнее время. Какая часть бизнеса Gemalto находится в России? Тогда уже более подробно спрошу об этом. Есть ли здесь производство, например, да, в соответствии с теорией импортозамещения, например, модной в последнее время? У Gemalto здесь в Москве есть офис, и, который развивает несколько направлений бизнеса. Такой наш базовый core-бизнес, конечно, это сим-карты. Мы продаем всем операторам сим-карты, сим-чипы. Сим-карты различного назначения, потребительские и M2M-карты. Также очень хороший большой сегмент бизнеса здесь в России у нас это банковские карты, банкинг. Тоже здесь собственное производство и сим-карты банковских карт. Как я уже сказал, я отвечаю за бизнес M2M. Это в основном наши коммуникационные беспроводные модули. Сейчас мы предлагаем новые решения уже, не столько связанные с модулями, сколько дополнительные услуги, такие M2M-решения. Производства, собственно, модуля у нас здесь нет, хотя у нас производство очень интересно распределено и в Азии, и в Европе, и в Южной Америке. То есть здесь мы защищены от каких-то проблем поставок. Возможно, в будущем, если будет интересно нашим технологическим компаниям сотрудничать с нами в части локализации производства наших высокотехнологичных компонентов, мы готовы это рассмотреть, да. Ну, теперь, собственно, к M2M, наверное, и переходим. Коммуникация между устройствами осуществляется тоже на базе... То есть универсальный идентификатор — это так называемая SIM-карта. Правильно я понимаю, да? Есть ли какие-то принципиальные отличия той симки, которую мы вставляем в телефон или вот в этот планшет, от SIM-карт, которые предназначены для устройств общения с устройствами? Конечно. SIM-карта изначально, как мы говорим, Subscriber Identification Module, был предназначен для потребительских устройств, которые не планировалось использовать в каких-то жестких условиях эксплуатации. Да, это телефоны, это где-то домашние какие-то устройства. Когда мы говорим о промышленных изделиях, то их срок службы, срок гарантийной работы, он существенно выше, чем потребительские устройства. И обычная сим-карта может стать узким местом, поскольку она не имеет расширенных температурных характеристик, подвержена и проблемами с вибрацией или какими-то воздействиями температуры, влажности. Поэтому, да, мы разработали другой продукт, мы его назвали MIM, Machine Identification Module. Там другое наполнение, это другое железо, это другая память, которая позволяет гораздо больше циклов перезаписи без деградации осуществлять. Расширенные температурные характеристики. Есть отдельная линейка, которая применяется в автомобильной отрасли, там еще более расширенные характеристики надежности. И это M2M, этот MIM, M2M-продукт, он выпускается тоже в двух форматах. Это либо впаиваемая микросхема, что является максимально надежным для устройства, либо это для различных применений тоже формат обычной сим-карты, но наполнение, конечно, совсем другое. А можно ли эти карты, например, использовать с этими технологиями в бытовой технике, в тех же телефонах? Либо конечно. Это излишне? Конечно, можно. Вот единственное отличие, что в M2M-картах как раз отсутствуют лишние вещи, направленные некие услуги для пользователя частного. Как раз эти карты предназначены, чтобы в них было поменьше дополнительных каких-то сервисов, услуг. Но да, они являются универсальным средством идентификации абонента, конечно, могут использоваться и в обычных телефонах. Вот, но основное назначение их для устройств, поскольку они все-таки существенно более надежны и долговечны. Для совсем непрофессионалов, что там больше памяти, скажем, оперативной, это, ну, не оперативной, вернее, вообще, памяти твердой, лучше, как бы сложнее идентификации, встроенный элемент питания, что там? Там можно? Достаточно много отличий от обычной сим-карты. О некоторых мы даже бы и не хотели говорить, поскольку это наша коммерческая тайна. Но, как пример, например, узким местом в различных таких микросхемах является память, действительно, потому что она подвержена деградации. В зависимости от количества циклов перезаписи выходят из строя некие ячейки памяти, и в
вся конструкция, весь элемент в итоге может оказаться неработоспособен. В M2M картах, в SIM-чипах применен наш патентованный алгоритм, где становится возможным существенно увеличить ресурс памяти. То есть это чисто программное решение? Не только. Программно-аппаратное, я бы сказал. Программно-аппаратное. Да. Вот. Но тем не менее, программный уровень он очень важен, поскольку идет беспрерывный анализ доступных ячеек памяти. И срок жизни, скажем, срок сохранности информации на M2M-картах он в среднем составляет 7-10 лет, а в автомобильных продуктах до 17 лет. Угу. По сравнению с обычной SIM-картой это существенно выше. Даже для каких-то особо сложных и горячих, скажем, устройств, то есть характеристики двигателя там работающего или, ну, для примера, не дай бог, доменной печи, например, да, это все карты могут это выдерживать. Конечно, микросхемы, все ограниченные своей физикой, не могут работать при сверхвысоких температурах или при сверхнизких температурах. Тем не менее, диапазон температур достаточно широкий, это от минус 40 градусов до плюс 105 градусов. То есть это действительно серьезный продукт. Ну и еще важная вещь, которая определяет сим-карты, это, очевидно, уровень безопасности доступа к данным, защита. Как у вас с этим? Это, насколько я понимаю, особенно в сегодняшней обстановке, это одно из главных требований, наверное. Ну, конечно, наша компания специализируется, как я сказал, на защите персональных данных, а сим-карта — это не что иное, как хранилище неких уникальных данных. То есть это не является коммуникационным устройством. Фактически это защищенная микросхема, которая, ну, в случае сотовой связи хранит коды доступа к сети, некие идентифицирующие данные абонента и так далее. Поэтому на базе SIM-чипов от M2M-карт мы разработали и успешно применяем новый продукт, который мы называем Secure Element. То есть это защищенная микросхема, которая предназначена для обеспечения безопасности при передаче данных с устройства на устройство. То есть она может хранить какие-то пароли, ключи доступа, сертификаты, некие данные для шифрования или просто какой-то защищенный исполняемый код. Поэтому такие устройства, такие вот элементы безопасности, они сейчас у нас очень активно начинают применяться. Прежде всего, вот в Европе уже на законодательном уровне разработчики систем Smart Grid, то есть вот сбор показаний со счетчиков как раз, да, управление там электроэнергией, они обязаны это применять в обязательном порядке. То есть это такой рынок, уже устоявшийся в Германии, в Англии, во Франции. Вот этот бизнес элементов безопасности, он у нас очень сильно растет, востребован. Я думаю, это будет такая тенденция распространяться и на другие страны. В телемедицине, опять же, как мы понимаем, данные должны быть достоверные, и должна быть соблюдена конфиденциальность. Поэтому элемент безопасности вот в устройствах e-health, телемедицины, он тоже востребован, конечно. Многие слышали сейчас про взломы автомобилей удаленные. Да? Пока это все вроде в роли экспериментов, но мы понимаем, что это действительно риск есть. И сейчас все разработчики телематических устройств для автомобилей, они озабочены дополнительными системами безопасности. И в том же проекте Aero GLONASS сейчас будет применяться тоже дополнительные элементы цифровой подписи, целостности передачи данных. Всегда, когда речь идет о ключах доступа и о шифровании данных, в частности, возникает вопрос о спецслужбах, которые в каждой стране действуют по-своему, и вполне известны требования российских спецслужб к открытию, хранению данных на своей территории. Как решается этот вопрос? Есть ли у вас, у вашей компании необходимая сертификация там при ФСО и при других организациях? Наша компания глобальная, у нас здесь открытое присутствие в России. Конечно, мы работаем исключительно в рамках законодательства действующей страны, в данном случае России. Поэтому все наши изделия возятся согласно нашим нормативным актам. Есть отдельные акты, касающиеся ввоза устройств шифрования. То, что касается внедрения таких устройств, то мы предпочитаем работать с проверенными российскими партнерами, где мы реализуем совместные решения. По большей части мы предоставляем железное изделие, да, то есть аппаратную часть, вот, программную часть, алгоритмы шифрования. Здесь уже больше играет роль наши партнеры. Особенно это если касается ГОСТов российских и так далее. То есть в этом смысле вы каким-то образом делите рынок, то есть пользуетесь услугами российской части. Понятно.
Еще очень важный вопрос, который хотелось бы затронуть. Обычно сим-карта, идентифицируемая сотовым или мобильным оператором, чаще всего работает только с одним оператором. Теоретически там вызов экстренной службы возможен в любой ситуации, даже, наверное, и без сим-карты, и как угодно. А взаимодействие машина с машиной, оно же идет не только через мобильных операторов, насколько я понимаю, а какими-то и другими путями. И даже собственные мобильные операторы, там виртуальные, какие угодно, могут создаваться под это дело. Если с той же эрой ГЛОНАСС попадает грузовик либо транспортное средство в целом в такую ситуацию, где работает только один какой-то оператор, причем даже не из крупнейших, как действуют ваши сим-карты в таких условиях? Имеют ли они доступ ко всем? Ну, в проекте эры ГЛОНАСС мы участвовали с самого начала как консультанты по сим-картам, по беспроводным модулям. Проект очень интересный с технической точки зрения, хотя и очень уникальные требования есть, которые, в общем-то, рождались здесь, в России, именно в рамках этого проекта. Да, есть определенная специфика работы с операторами связи. Мы начнем с того, что для проекта ГЛОНАСС был создан виртуальный оператор связи, который имеет роуминговое соглашение, в общем-то, со всеми операторами в России. Угу. Поэтому данный экстренный оператор обязателен к использованию, то есть все сим-карты, но на самом деле это впаиваемые модули MIM, согласно нашим ГОСТам, устанавливаемые в изделии, они должны содержать профиль этого экстренного оператора. И при экстренном событии, при аварии, происходит подключение к любому доступному российскому оператору. Другое дело, что хочется развивать нашим владельцам, да, проекта эры ГЛОНАСС дополнительные услуги коммерческие на базе этой инфраструктуры. И предполагается, что устройства для проекта эры ГЛОНАСС, они могут быть многофункциональны. Помимо того, что они могут реагировать на аварии, они еще могут оказывать какие-то дополнительные текущие функции. Тот же мониторинг транспорта или охрана транспорта. И для таких как бы коммерческих услуг предполагается работа в сети какого-то коммерческого оператора. И по требованиям проекта эры ГЛОНАСС вот эта сим-чип, сим-карта должна быть мультипрофильная. То есть на одном физическом носителе может содержаться несколько профилей сотовых операторов. То есть это фактически, если мы говорим о системе известной, там две сим-карты в одном телефоне, и мультисим-система, это вы объединяете на одной плате, скажем так, совершенно несколько верно. Микросхем. Да? Это была сделана разработка во многом даже для этого проекта эры ГЛОНАСС. Когда устройство оказывает какие-то коммерческие услуги, работая в коммерческом операторе, а при наступлении аварии переключается в профиль экстренного оператора. Вот это локальное переключение, это несколько такое уникальное, тоже специфическое для России функция. И уже вызов идет в профиль экстренного оператора с использованием его там инфраструктуры. Почему это уникально для России? Во многом уникально, как вы сказали. В мире это больше не используется? Есть локальное переключение профиля, в общем-то, не до конца еще такой стандартизованный метод, поскольку все-таки более корректным получается переключение профиля с уведомлением, то есть с посылкой специализированной СМС. Операторы понимают, что от него отключились, переключились в другой профиль с неким там уполномоченным как бы сервис-провайдером, который отвечает за эту такую услугу, скажем так. В данном случае все происходит без участия пользователя, без участия каких-то внешних управляющих компаний, сервис-провайдеров. То есть при наступлении аварии происходит переключение в профиль экстренного оператора. Еще раз, а в других странах это не совсем так? Либо там проблема эта еще не созрела? Ну, во-первых, проект эры ГЛОНАСС, он в том виде, в котором он есть, он как бы уникален несколько, да, то есть более похож на него проект eCall европейский, но в eCall гораздо меньше требований, нет необходимости мультипрофильных карт использовать, и само устройство не предполагается, что оно будет многофункциональных, оно именно направлено только на реагирование на аварии. Поэтому там такой необходимости не возникает. Вообще мультипрофильные карты у нас уже применяются в различных проектах и тоже и в автомобильной сфере, но да, там локальное переключение профиля практически не используется. Угу.
Влияет как-то качество сим-карт, или вернее наоборот, развитие технологий в сторону повышения проходимости линий, там LTE, 5G, намечаемое на стоимость и на фактуру, на содержание сим-карт, которые вы выпускаете? Ну, сим-карт – это не коммуникационное устройство, да, то есть это устройство как бы для хранения служебной информации, дополнительных данных, оно все более и более сложное становится, поскольку операторы дополняют различными нас как бы, требованиями к сим-карты, хочется им там все новое и новое получать, какие-то там программные вещи мы для них делаем, оплеты и так далее. Сложность карт увеличивается, в том числе и надежность их увеличивается, мы над этим работаем. И идет тенденция все больше и больше вот в сфере МТМ применения именно МТМ-карт или спаиваемых карт, да, сим-чипов. Мы сейчас выпустим новый продукт, он будет существенно меньше по размеру существующего. Это тоже некая наша такая уникальная наш продукт. Это уже здесь. Нанометры или рукой пока еще все-таки можно миллиметры, взять. Да, но в два раза меньше существующего, да, будет. Поэтому стоимость, конечно, не растет наших продуктов. Вот, если я не говорю про рубли, да, сейчас непонятная ситуация с курсом. Вот, все наши продукты как бы растут в объемах, да, мы все больше и больше продаем наших как бы, компонентов, поэтому стоимость, в общем-то, только падает, есть конкуренция, без сомнения. Поэтому опасаться того, что будут выходить новые дорогие сим-карты, наверное, не стоит. И тогда вопрос от наших экспертов, которых интересует, долго ли жить еще старому доброму GSM, либо новые технологии, как вот среди ваших заказчиков чаще всего осуществляется контакт? Ну, смотрите, то, что касается технологий сотовой связи именно для M2M рынка, то применение той или иной технологии, 2G, 3G, LTE, оно оправдано как бы, двумя факторами. Либо идет от заказчика, от разработчика, от его технических потребностей, либо идет со стороны регулятора. Если мы посмотрим мировые рынки, то регулирование такой отрасли очень сильно. Допустим, в Америке, в Северной, мы видим, что 2G-сети фактически уже отключаются, не принимаются на сертификацию. В основном применяются технологии 3G, и постепенно все переходят на LTE. Да, такие прогрессивные рынки – Япония, Австралия, вот Северная Америка. Вот. В силу своей специфики в России, да, у нас 2G устройство, старый добрый GSM, как вы назвали, он востребован, это поскольку это самая дешевая составляющая коммуникационная составляющая. Да, все более новые компоненты дороже стоят. Как я уже говорил, у нас довольно чувствительны наши клиенты-разработчики к ценам. Но опять же у нас есть все-таки регулирование в некоторых отраслях, в частности, такие федеральные проекты, как ЭРА-ГЛОНАСС, там в обязательном порядке требуется 3G-связь. Угу. Да. Там многострадальная система Платон, вот, несмотря на все как бы, скандалы с ней связаны, в общем-то, я знаю разработчиков, кто устройство разрабатывал, тоже подход очень достаточно грамотный, чтобы обеспечить бесперебойную работу устройств, тоже было принято решение поддерживать 3G-связь в том числе. Вы, кстати, участвуете в обслуживании системы Платон? Не сказал бы, что в обслуживании, но в определенной части, да, мы участвуем в этой системе и консультациями. Да, знакомый нам, как бы, знакомый нам продукт. Довольно интересно посмотреть развитие технологии LTE четвертого поколения, поскольку мы видим здесь некие новинки, то, что раньше не было видно, как будет развиваться сотовая связь. То есть LTE, конечно, прежде всего характеризуется высокими скоростями, что важно также для M2M рынка. Характеристики самой сети достаточно интересны, то есть маленькое время отклика, очень быстрое установление соединения и даже маленькие объемы данных передаются очень быстро. Ну и, конечно, как мы знаем, все, что связано с LTE, характеризуется высокой стоимостью, поэтому для большинства применений в сфере M2M LTE-связь неоправданно дорога, скорее даже не связь, а компоненты сами, да, коммуникационные. И мы видим, что сейчас развитие беспроводных модулей, например, LTE, пойдет по двум путям. Это LTE Advance, где будет еще более высокие скорости, 150 мегабит, 300 мегабит. Достаточно дорогие компоненты будут, не стоит ждать сверхдешевых устройств.
это будет востребовано в автомобильной сфере. Мы видим, очень много коммуникаций внедряется в автомобили. Да. В каких-то промышленных компьютерах, планшетах, роутерах, терминалах, где нужны высокие скорости передачи данных. Для более массового рынка M2M, для тех же систем сбора со счетчиков, систем мониторинга транспорта, такие скорости передачи не нужны, в общем-то. Избыточны. Да. И мы видим, что сейчас идет обсуждение впервые, как бы какое-то время назад уже началось, идет обсуждение стандартов LTE именно для рынка M2M. И уже сейчас появляются более простые продукты на базе сети LTE с меньшими скоростями, так называемые LTE категории 1. И компания Gemalto первая выпустила данный продукт, данный модуль сейчас для Северной Америки. Вот, на подходе уже продукт для Европы, для европейской части, в том числе для России. И в будущем, может быть, это даже не в следующем году, а чуть позднее, все-таки появятся продукты категории LTE-M, когда будет стандарт утвержденный, будет понятно, как бы, облик этого продукта. Идея в том, что данный продукт действительно будет обладать маленькими скоростями передачи данных, но достаточными для большинства применений в сфере M2M. Но опять же, он будет построен на LTE-сетях, которые будут развиваться, мы видим, что за ними будущее, и будет обладать всеми преимуществами и высоким временем отклика, и за счет простоты чипсета, своих характеристик, будет обладать минимальным токопотреблением, что очень важно именно для автономных M2M-устройств. И мы думаем, что стоимость таких модулей беспроводных через какое-то время за счет массового выпуска и простоты самих компонентов, оно будет конкурировать с существующими GSM-модулями, старым добрым GSM. Насколько актуальна проблема энергосбережения, вернее, емкости аккумуляторов, которые имеются? Потому что симка должна же запитываться, насколько я понимаю. Ну, сим-карта здесь пассивный элемент, больше сам модуль потребляет, да, в момент передачи, чтобы ее считать, да, данных. Опять же, здесь зависит от конкретного изделия. Есть изделия с автономным питанием, какие-то охранные системы или в силу своей специфики, где нельзя подключить изделие к постоянному источнику. Там действительно очень важно токопотребление, и продукция нашей компании именно отличается тем, что мы очень много времени, усилий уделяем на дизайн, на разработку самих беспроводных модулей. Они у нас очень энергоэффективные получаются. Ну и да, новые технологии LTE-M как раз нацелены на то, чтобы минимизировать токопотребление и продлить жизнь автономным устройствам. Да. Еще наши эксперты, вопрос про протоколы. Будет ли дорабатываться технология 3GPP, либо узкоспециализированные протоколы будут множиться, типа LPWA, Sigfox, LoRa и так далее? Мы внимательно следим, как развиваются, да, технологии те же Sigfox, LoRa. Это интересно, это нечто новое как раз для интернета вещей. Я не думаю, что они заменят сотовую связь в ближайшей перспективе, поскольку их внедрение требует достаточно больших ресурсов, и пока еще площадь, как бы, зона покрытия ограничена. И, наверное, это все-таки немножко разный сегмент на сегодня, по крайней мере. Там действительно они нацелены больше, возможно, на потребительские устройства, на подключение датчиков с большим временем автономной работы. Сотовая связь, она пока получается очень универсальной. Она подходит, ну, практически для любого сегмента, для любой сферы. И, конечно, основа именно профессионального промышленного рынка M2M — это будет сотовая связь. Вот. В будущем я не исключаю, что будут какие-то и совместные, может быть, продукты, поддерживающие и те, и другие технологии. Мы наблюдаем, да, за этим, смотрим. То, что касается развития стандартов 3GPP, здесь как раз, вот, как я сказал, про развитие сети LTE. Мы видим, что вот они будут развиваться по двум направлениям, и кажется, что вот это LTE-M, это будет очень интересный продукт, он будет весьма востребован. Ну и, как я знаю из вашей презентации, обратил внимание и удивился из презентации Gemalto, то, что SMS-сообщения совсем не отобрут, вроде как казалось, что все эти разные программы для быстрого общения между людьми, они их устранят совсем. Вы видите за ними будущее? Сложно сказать про будущее, но действительно простейшие функции, как SMS-сообщения, они очень востребованы. Если мы посмотрим на мировой опыт, то
я вам могу более сказать, наша страна находится не в таком, как бы там, отсталом положении в части технологий связи. Мы достаточно хорошо развиваемся, и есть страны, где действительно есть проблемы с коммуникациями, там, с наличием современных аппаратных средств, там, смартфонов и так далее. И один из, наверное, таких интересных примеров, когда был большой заказ на разработку, и мы ее выполнили, сейчас поставляем отдельные сим-карты, где люди с помощью смс-сообщений могут общаться в Фейсбуке, потому что других способов у них нет, и это оказалось очень востребованным продуктом для того региона. Напоследок два традиционных вопроса. Ваше отношение к гаджетам, насколько вы гик, много ли устройств у вас с собой, чем пользуетесь реально? В части гаджетов я довольно консервативен. Не в том смысле, что использую очень старый телефон, а использую те вещи, которые мне удобны, привычны. Не гонюсь за тем, чтобы поменять новинку, использовать самые новые какие-то гаджеты, если мой меня устраивает. Ну, наверное, это небольшой секрет. Да, сейчас использую гаджет от Apple, те же iPhone, те же iPad. Достаточно удобно, комфортно. Вот. Хотя, наверное, не все нравится, можно что-то и посоветовать, да, разработчикам. Ну а в паутине соцсетей кто вы, ловец или жертва? Соцсети, да, интересное явление. Не могу сказать, что я очень активно в них участвую, оставляя какие-то репосты и твиты, но с удовольствием подписан на некоторых интересных мне людей, слежу за новостями. Но это больше для обычной жизни, за общим развитием или для профессии? Не только. Интересно читать и новости. Есть люди, которые проводят в интернете гораздо больше времени, чем я, и действительно выуживают интересную информацию и спешат ей поделиться. Это интересно дочитать. Спасибо вам огромное. Напомню, что в гостях в студии Джейсон ТВ был Сергей Вещук. Счастливо всем!